Всем приветики. Я тут обратил внимание, что именно вот эта штука, которую я купил для того, чтобы для защиты камеры, как бы вот она портит фото и видео. А именно, когда включаешь вспышку, так-то без вспышки она может и норм, но именно когда включаешь вспышку, на ней идет отблик. Ну, то есть, вот когда начинаешь светить, ну, то есть, вот, допустим, вот мы положим, да, куда-нибудь вот сюда, например, вот она лежит. Если на нее сейчас посветить каким-то светом, то она начнет светиться. Я сейчас найду свет. Ну вот, я нашел свет. Вот светим, например, сюда. И видно, что другой край. То есть я свечу сюда, а видно, что загорается и тут. Ну, то есть я свечу маленьким кружочком сюда, а видно, что загорается и тут вот краешек. И здесь краешки загораются. Видите? Загорается совсем другой край. Такой белый кантик появляется, видно по краю. И вот он видно такой. То есть, короче, весь контур загорается, видно. А вспышка, она находится вот здесь посередине, и когда она светится, как раз таки вообще все. Вот как сейчас здесь контур светится, вон он светится. Так и вообще все стекло получается светится. И когда делаешь фотки, это идет белая такая. То есть вот если сейчас сделать фотку, вот это все черное, без этой штуки. А если надеть защиту для камеры и сделать фотку, то вот это вот все черное, все, что мы вот видим, клавиатуру, будет покрыто такой белой пеленой. То есть вот даже сейчас можно попробовать без нее снять, с ней, а потом включить вспышку и посмотреть, что произойдет. Вот это я сейчас уже ее надел. Надел. Так, вот посмотреть, допустим, на клавиатуру полностью с ней, без вспышки. А теперь без нее вон она. И вот как выглядит клавиатура без вспышки. А сейчас я надену ее и включу вспышку. Ну, хотя да, можно попробовать, да. Чтобы была видна разница сразу же. И вот теперь посмотрите, что делается, когда она надета. Какая пелена белая. То есть, если без вспышки, вроде кажется, все норм, да? Но когда делаешь фотки, и, например, темное освещение, и стоит автоматический режим, или даже сам включаешь вспышку, чтобы светлее было, так кажется, что все фотки такие получаются, и видео такое получается. А без вспышки, кажется, норм. И это видно на черном очень хорошо. А когда снимаешь, даже когда она стоит, и ты, допустим, фоткаешь или снимаешь на видео не черный объект, а, например, вот что-то белое, допустим, что-нибудь такое вот белое. Белое снимаешь? Да, вроде бы и норм. Ну, то есть, вот, белое снять, например, стену вот. Например, вроде бы и норм. А снимаешь черное, сразу видно какая-то пелена. А вот сейчас убрать ее. Вот я ее снял, и сразу какая разница. Как все стало красиво. То есть, она реально портит картинку. У меня были какие-то сомнения насчет нее, когда я повесил. А не станет ли хуже картинка? И даже в какие-то моменты мне казалось, что хуже становилось. Но оно так было не особо заметно, что я даже не обращал внимания. А сегодня я решил сфоткать свой ноут, чтобы попробовать выставить его на продажу и купить себе покруче. И увидел, что мой весь ноут, который черный, покрыт белой пленкой. Я именно со вспышкой фоткал. Я такой, что? И оказалось, вот в чем причина. Так что, вот такие дела. Лучше эту штуку не юзать, а я их аж две штуки заказал, блин. Придется. Ну, это я точно уже выкину, потому что она уже и запачкалась. Я ее сейчас снимал столько раз, что она уже чутка запачкалась. Но суть в том, что она портит изображение реально. Там уже немножко отпечаток мой виден. Вот. Ну, это. Ну, и вообще я уже ее залапал всю. Короче, ее можно просто так взять и выкинуть просто. Я думаю, что качество стало хуже, оказывается. Она реально портит качество. Все, теперь я ее точно уже не буду использовать. Но суть в том, что там был комплект из двух. И что мне делать со второй? Ну, явно, что я после сегодня увиденного, как она портит фотку, особенно со вспышкой, а вспышка бывает часто нужна, то понятное дело, что ее я уже больше никогда не буду использовать. Хотя именно ее точно не буду использовать. Может быть, можно какую-то пластмассовую использовать. То есть стеклянную точно нет, потому что стеклянная светится. Можно пластмассовую, которая вот посередине дырочка будет для вспышки. Короче, можно пластмассовую с тремя дырочками. Одна для вспышки и две для камеры.
тогда можно. Ну, то есть, чтобы прикрыть немножко стекло, ну, то есть, нарастить защиту, чтобы если упадет телефон камеры на камень, например, на пол, чтобы оно не поцарапало стекло камеры, а чтобы поцарапало пластмасску, не достав до камеры. Но не пленку и не стекло, потому что они портят, когда включаешь вспышку, вспышка, ну, вот как я показывал, светит посередине, и этот свет зажигает всю ее по контуру, и появляется такая дымка белая при фотках, при видео, когда включаешь вспышку. И поэтому надо именно либо брать пластмассовую с дырочками для всего, для камеры, для вспышек, которая будет просто, ну, такая, немножко хотя бы миллиметр, чтобы для защиты, либо не брать ее вообще. Но пластмассовую я для своего не видел, для своего телефона, поэтому вообще не буду использовать. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.